Остров Апатия, там, где мы будем купаться и проводить весь свое свободное время. Жара неимоверная, плюс 29, я вам сменила имидж. Ну, сейчас покажу вам. Вот такие вот улочки. Городочек старенький-старенький. Это, видимо, его какая-то центральная часть. Вообще, город сам портовый. Торговля тут идет. Ой, смотрите, какие. Какой старенький. Старенький-старенький. Вот видите, время сейчас 14:24. Это число какое сейчас? 31 градус. Школа Николы Тесла. Фактически Пизанская башня. Но до Пизанской башни там как-то канадская граница, конечно. Но все же, если посмотреть на основание, вот чуть-чуть, 40 сантиметров угол отката. Само название Риеки от слова река, в переводе с хорватского река. Также существует... А, кота нашли, да? Достопримечательность, самый лучший. Мама без дома. Кайфует, да? Представляете, сколько вы оттуда ехали еще, до Риеки? Они пешком каждое утро, надоев до коров, вот с такой корзинкой за спиной, спускались в город по тропам, которые они протоптали собственными ногами. Эти тропы до сих пор в горах есть, вот такие подзаросшие бурьяном, их называют молочные тропы. Очень-очень маленький. Ну и площадь, главное, соответствует. И тут уже находятся так называемые нижние ворота, которые сохранены. Thank you.
главная церковь Святого Николая. Чаечки какие красивые. Ох. Сейчас погоняет их, даст им веселой жизни. Приехали в церковь Святой Марии, решили сами себе экскурсию устроить, так как все совсем не так, как хотелось, получилось. Вообще хотели и на остров плыть, не отложилось. Сейчас там служба идет сейчас. Первую речь Бога подразумевается много того, что жесть служба не нема никакого веса. Любите некого страши, жалите много. Пойдем сейчас на замок, посмотрим, говорят, там оттуда красивый вид открывается, и потом поедем на пляж. Мы будем недолго, совсем быстренько заглянем, потому что я говорю, вот так вот экскурсии, которые ездишь, ну вот специально, как бы очень неудобно, потому что у них планы отложились, лодочка поломалась, остров отменился, предложили городской пляж, но он работает аж до 10, там автобус летит, в общем, она нас... Очень долго тут, аж прям допоздна, до 11, до 12. Что решили посмотреть достопримечательности сами. У гида узнали, в общем, вот так вот. Сейчас посмотрим. Вот мы идем такой улочкой, живописной, красивой. Смотрите, деревья какие. Ой, вообще, не, ну классная обстановка, атмосфера города. Вот так вот, если самому ходить, да. Вид красивый сейчас на море должен открыться. Вон он. Дальше, мне кажется, пока мы будем сейчас чуть-чуть погуляем, немножко выморимся, и водичка теплее будет, и ветер утихомирится, потому что на улице очень сильный ветер сейчас. А замок бесплатный здесь, в этом городе Риека. Можно спокойно походить, погулять. Кстати, очень красиво здесь. Смотрите. Ну, где такое еще? Раз уже приехали сюда, почему бы не посмотреть все достопримечательности? Ой, класс! И вид красивый открывается на город. Тут свадьба, что ли? Венчание было в церкви. Попали. Крепость такая. Я правда не знаю, мы так
вышли. Красиво. Ты бачки в гости меки бина. Ого, гляньте, как мост. Я думаю, здесь ехали. Ага, ехали, точно. И вот такое красивое место. Конечно, атмосферное. Ну, вы быстренько посмотрели. Сейчас бежим на пляж. Смотрите, какая у нас дорожка живописная назад. Предлагает 16 минут идти до автобуса. И вот мы идем, вот, и очень даже красиво, живописно. А еще церковь здесь какая-то вот есть. Красивые кустики вот эти вот летние, которые вот... Кстати, гид нам рассказала, что здесь многонациональный город. И есть итальянские, и есть сербские православные церкви, католические, итальянские. Плюс православные есть церкви и мечети. Так что здесь очень много чего. И два языка здесь. Итальянский и хорватский. Кстати, хорватский мне чем-то похож на чешский. Ну, по крайней мере, что-то читается, что-то такое знакомое. О, боже, я иду как в тропическом раю. Но нам сейчас надо смотреть куда. Ну, нам надо вниз спускаться, конечно. На автобус. Вид обалденный, вот мы идем. Но путь-дорога опасная. Особенно я не знаю, как тут. Что, ступеньки-то не сделаны? Ну, это для машин, наверное. А хотя нет, машины не проедут. Не знаю. Вопрос открыт и не закрыт. Идем на пляж, кстати, наших украинцев много очень. Ну, может, не только украинцев просто. Вот, сейчас вот выходим, такая цеста, дорожка. А, блин, не очень красивый видончик здесь, конечно. Сразу на вот такой вот, ну, вон он пляж, вижу, огорожен. Это городской пляж. Ух ты, водичка красивенькая. Если на ту сторону смотреть, ничего так. Ну, как водичка, Влад? А я так делаю. Вот так вот мы на пляже. А? Малой он плавает хорошо. Здорово. Как раз вышло солнышко, водички цвет такой вот поменялся. Не серый стал, а такой бирюзовенький. Владик, помаши ручкой. Нравится тебе? Да. Выходные. Ой, конечно, я так выгляжу и не контанту, ну, ваше поделаешь. Да, ну выходной был, получился прекрасный, посмотрите. Красивый цвет воды. Море атлетическое. Все-таки что еще нужно для счастья? Красиво. Пляжик такой. Конечно, мы ожидали лучше, нам обещали на экскурсии, что будет остров, на кораблике поплывем туда. Ну, видите, что есть, то есть. Вот, ну и тому рады, как говорится, но, знаете, после такого, ну, конечно, Хорватия, Плитвицкие озера, ну, дороговато самому ехать, как бы, и добираться, с детьми тем более, так что... В принципе, нормальная цена, хорошо вышла, и мы довольны, хоть, конечно,
конечно, и мало побывали на Плитвицке, ну, зато вдоволь на море, вот свободное время в Риерке, городе. Риерка. Ну, ой, я вообще как-то и забыла, не важно. В общем, много у нас времени вышло. Самое главное, красиво. Красиво, такой вот старенький городочек, такой, на берегу моря. Но зато классно, ну, ветер, видите, сильный ветер дует сейчас вообще. Чем Слава занят на пляже? Что ты выкладываешь? Классно. Тебе нравится сегодняшний день? Да, только вот здесь это сердечко. Только я все собираю. Слава богу, камушков много, да? Да. Хватает выложить сердечко. Здорово. Влад тут камушки кидает. Да? Взрослый парень. Мы уже покупались, мы уже высохли. Идем домой, а мне вот, знаете, чем-то Крым напоминает. И природа такая, едешь красивая, ну как у нас на Закарпатье, вот Крым вот чем-то напоминает. Что сейчас вот идем гуляем, типа он сзади пансионат какой-то. Ну знаете, вот напоминание такое. Потом кто его знает. Фух. История города, ну, интересно просто, вот такие вот ассоциации. Вот так вот идем, мы там заглядываем, и там вон море видно. Вечерок уже такой вечерочек. Подустали, идем какой-то, не знаю, где-то что-то. Говорят, в торговых центрах бесплатные туалеты. Вот мы туда двигаемся. У нас все, что бесплатно, бюджетно, это наше. О, вышли мы, и видно море, море, море. Скучали мы за морем, да? Море это не речка, да? И не озеро. Море есть море. Красивое такое.